Она чувствует вот эти там в носу соплида какая еще, она выдержит. Ты думаешь, что, да? Ха-ха, недаром. Выдержит, ты думаешь, что? Из-за голубых глаза? Нет. А вот если у меня, не дай бог, что-нибудь заболит, или ранка какая, никто не заставляет, она сама найдет эту ранку и будет лизать. Видно, ее лекарство, слюна, наверное, не знаю. Говорят, вот. Знаете. Я бы хотел, если мышь, пожелать всем людям, не троньте человека, пусть развивается естественным путем. Thank you.
Да что, мои хорошие, да что, мои маленькие. Сейчас бабушка к вам придет. Сейчас придет. Сейчас бабушка придет к вам. Сейчас. Сейчас, мои хорошие. Сейчас. Сейчас. Сейчас, мои маленькие. Сейчас, мои маленькие. А сейчас, а бабушка придет. А бабушка придет. Эва тут у вас навоевано. Эва у вас тут навоевано. Ох, вы артисты вы такие. Эва вы тут навоюете всегда. Господи, помилуй. Давайте бабушка вам немножко мух погоняет. Бесстыжие, сожрали вас тут живьем. Бесстыжие эти мухи. Стой, мое солнышко. Стой, моя маленькая. Стой. Ты моя малюточка-то. Маленькая-то моя коровушка. Да ладно, твоя доченька. Вот этот котелочком 25. Что с тебя дальше делать? Дунай! Отойди прочь! Господи, моя сладкая, спасибо тебе. Спасибо, моя доченька. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, моя кормилица. Отойди прочь! Отойди прочь! Я тебя. Дочечка. Спасибо тебе, солнышко. Пошел, 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 пошел туда. Дунайчик, мой мальчик. Ого, молочка захотел, моя маленькая. Пойдем, бабушка, дать молочка. Пойдем. Ой, картина ты моя. Иди, иди, иди. Это брат Михаил. И нечего нас снимать. Мы обыкновенные люди. Живем у начала реки. Ничего нового нету. Люди доживут до старости с мужем, ходят под ручку. А я первого похоронила, второго похоронила. Это меня Господь наказал, что я в молодости отказала парню, Павлику. Мне мама не разрешила. Я побоялась перечить ей. Вся судьба перекувырялась и мучаюсь. Сережка, вставай. По щучьему веленью, по моему хотенью, копайся, картошечка, сама. Сестренка, песенок попут. Пускай люди позавидуют, гуляет брат с сестрой.
Посиди со мною рядом. Да Уня хочет такую Атаеву, потому что она накормлена. Негодиночка моя. Динушка, Динушка. Наоборот. Чтобы сердце не болело у тебя и у меня. Не ругайся, дорогой. Я характеристику себе давать не буду. Нет. Нет. Нет универсального человека, что он идеально чистый. Я не могу характеристику себе, что ты хороший или плохой. Не могу. Не могу. И никто не вправе. Даже не вправе никто. Для кого-то я буду и хороший, а для кого-то я враг. Жуленька! Та-та! Жуля! Поэтому осуждение о человеке я запрещаю. Осуждать человека повешенно. Я запрещаю. Пойдем слишком на место. Бедный ежик, бедный ежик. Пойдем желательно. Дина, пойди сюда, на конфетку. Дина, на, на. Я и конфетка на ум не идет. Бабушка возьмет ежика, снесет на место. Пусть он живет на воле, дочь. Иди! Дина, Дина. Пусть он живет на воле. Нельзя. Дочечка. Бабенька. Да возьми за конфетку, бабушка. Чай пьет по одной конфете, не дай бог. Я стыжая. Ёжика тоже жить хочет. Давай, давай, бабушка, сиди. Пойдем на место. Здесь он в лес. Здесь он в лес. Пойдем, дочь. Нельзя, нельзя. Дина, хватит. Пойдем, 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 погоди, погоди, погоди. Подожди, моя дочь, так несем в лес, несем в лес. Пойдем, детонька. Ты моя умница. Вытянем. Ой! Дина! 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 Давай снесем! Что-то, дочечка, надо снять его на место. Давай снесем на место, он плакать будет. Динушка! Тебе это нельзя! На,
конфетку, на, крышка, на, конфетку. И конфетка на ум не идет. Доченька, бабушка возьмет, пойди, бабушка возьмет тебе, не хватит за руку. Бабушка тебе возьмет, тебе. Дина. Пойдем. Доченька, локоть укусила. Не вались, маленький сарайчик. За мной не гонись, чернобровый мальчик. Ломать надо это. Сейчас. Потом сломаем, когда капусту. Тут капусты нету. Ай, свекла есть. А что это свекла-то? Здравствуйте. У тебя вытаска на больше. Это вытаска на больше свеклы. Чем красной свеклы не трону. Ничего не делают, пусть поедят. Красная свекла не тронута еще. И не смей. Царь вышел, посмотрел, как я работаю. Петр Первый. Так. Так. Ради светла. Уж это ладно, я-то жила плохо, а пусть у меня внуки. Вот уж нет. В принципе нет. У них другое будет обстановка, другое общество, другое. Постой, стой, Сузу. Куда ты бежишь? Я сама не с тем конфет, а ему там. Нет, уж ты сама съешь. Ну, наглядный пример. Ты сама съешь. Он, знаешь что, не то, что конфетку, он шоколад не хочет будет есть. В его время. Миша. Что? Подстриги ты меня, пожалуйста. Посмотри, как я обросла. Приеду с гнатики, а я на кого похожа? На медведицу. Вот уж, вот и Санна Федоровна. Уж позвольте мне. Слушай, дай-ка мне молоток. Вы живите, а я умру. Ради вас. Я разбираю эту теорию. Я в корне... Знаешь что? Тебе дана одна единственная жизнь. Тебя больше нету. Во втором варианте нет. А? Так неужели ты ради кого-то? Ха-ха, ради чего ты родился тогда? Ну и что ты тогда родился? А? Ты в одном экземпляре в мире. Вот я поговорюсь за личность, а не общие масштабы. Ведь вот недаром ставится вопрос о смертной казни. Понимаешь, в чем дело? Я отменяю ее. Смертную казнь. Отменяю. Если ты закажешь противное, пожалуйста, я слушаю. Объясни, пожалуйста. И ссылается на государство. Разбивает эту политику. Государство ты. Я. Я спрошу у Яйцына. Ты тут. Нет. У меня мама есть папа. Ну конкретно ты мне назови, кто такое государство.
Ты домой, да, да я с тобой. Помнишь что? А? Ой. А знаешь что? Я бы, например, запретил в государстве производить игрушки детские. Девочка шила бы куклу, ей треба же хоть дам, а если готова, она расцеплет. А если бы он сконструировал? Вот это уже потенциал большой. Моя совершенно идеология. Совершенно. Я запретил в Союзе выпуск детских игрушек. Заводы прекратил. На ширпотреб пошел. Расходилась хозяйка по избе и ударила ладошкой по ноге. На данной стадии цивилизации мы не осознаем то, что мы сами себя губим. Почему человек и женой недоволен, а другая вроде слаще, а другая вроде лучше? Почему? Объясни. Аннушка, Аннушка, ты уже старушка. С каждым днем короче твой маршрут. Да мои крестовые, да мои любимые, идите вы к бабушке. Сладкий-то вы. Я вас попою, так я жить хочу еще недели вперед. Сладкий-то вы, мои красавцы-то, мои маленькие-то. Пей, мартышка, пей. Он сейчас выпьет, от тебя отнимет. Ты вечно тормозишь. Да голодный-то мой. Согнали людей в кучу в город. Каменья считать. Ну-ка ты, бандит. Ну-ка, разжимала рот, ротозейка. Разжимала. Вот он отнял от тебя. Вот, тебе сколько раз говорю, будь похитрее. Ешь. Рот твой разжимает. На. Здравствуй, желанный сынок. Письмо я твое получила. Большое спасибо. Сыночек, я чернику тебе посылаю. Посылаю вот тут поли, этот, ой, прополис настоянный с маслом. Натирай вот носовую перекладинку, чтобы не закладывался у тебя нос. Держи в тепле ноги. Прогревай пятки все время. Нет, нет, да возьми горчичную ванну и сделай ножки. Сынушка, жалей себя, любимый ты мой, желанный сынок. Ласково ты мое дитё. Я теперь век прожила, хоть и помру, так наплевать. Береги семью, живите дружно. Гали, большой привет, здоровья ей желаю. Юру жалей, в огонь и в воду не пихай его. Жалей его, как друга своего. Береги. Жизнь-то моя, ты знаешь, я в письме писать не буду. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Paceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasarrienda. ¡Caballo viejo, carracha! ¡A este caballo!
мне так просто тут приехать, оказывается. Ну и напылил ты, брат, пехоту. Я приветствую вас. Я у меня еще одна платина нарядить, господи. Здравствуйте, добровольно ссыльная. Добровольно ссыльный кадр. Добровольно выгнана за пьянку. Нас за первый километр. За непочтение родителей. За непочтение. Добровольно ссыльный. Рабочий. Наше дело только поглазеть. Да, поглазеть. Наше дело делать тело. Да. А боженька да слушаем. Да, да, да. Иди чай пить. Бог, да будь сам мне. Иди чай пить. Я чай не пью. А что ты пьешь? Воду? Садись сюда, ты нужен здесь, за столом. Да. Я кроме водки... Миша, вот сюда сядь, я прошу тебя, вот сюда. Я ты кроме... со мной не хочешь рядом? Посиди со мной рядом, ягодиночка моя, чтобы сердце не болело у тебя и у меня. Я решаю, я понимаю. Садись пить чай. Но это не имеет никакого, даже... Морального значения. Да, вот, конечно. Мы тебе дали чай, налили стакан, пока ты зашел. Это что, уже 20 минут 11-го? А что, ну часто, 7 до часа вообще сидит. Да, 20 минут. Да. Где ты едешь-то? Пора ложиться спать. Ну, успокойся, кстати, завтра поробим. Я вообще не родил. Пей чай, голова сидит. Пей чай. Вышините, пожалуйста. Да, я его люблю. Да. Пей. Ребята, вы как-то все громко очень разговариваете. А мы вы очень громко разговариваете. Слушай, ведь все хорошо слышат. Если, знаешь что, ведь самая мера убеждения, это, знаешь что, не громкий разговор. Это беспомощно. Миша. Это говорит о бессилии. Когда глотка нажимаешь. Миша. А если, Миша, кто бы мне сказал, единицу меры измерения мытарства, в чем она измеряется, вот эта единица? Ну, допустим, что-нибудь в литрах, в килограммах, в граммах. Они что, к сожалению... В аршинах, в сантиметрах, в миллиметрах. К сожалению, вот эту единицу не придумали еще измерять. Надо но эта единица влияет на здоровье людей. Она вот, так выматывает людей, да, единица, да. Что, вот, что от этого люди умирают, кстати. Чай больше всего, чем от другого, вот, чем от другого. Знаешь, так вот, вот узнать бы эту единицу. Я прошу прощения. Вы смотрели фильм, я не знаю, какого режиссера, какого сценариста, это трясина называется. Пала тебе в голову. Видели, нет? Сгони так, это на место чада. Так, так, она применима. Братья. Позвольте, позвольте, но я узаконю нас... эту трясину в порядке вещей. Здесь у нас вот здесь. Да, потом вот так. Здесь у нас здесь вот старинные меры измерения. Ты что, сейчас говорил, а ты вдруг опять пришел. Василий Кабрович, во-первых, я много лекций читал. У меня, знаешь, что, дикторская способность? Да, да, дай-ка мне на улице. Я но получал по 10 рублей тогда старыми деньгами, 10 рублей в час. А он лекции больше тебя читает. И не кричит, спокойно разговаривает? Да. Что-то не шуми, пожалуйста, ладно? Не оденься на просьбу. Все, что ты хочешь сказать, говори, пожалуйста. Только не шуми, пожалуйста. Понимаешь, как я постараюсь. Это режет так, телефонки. Я постараюсь. Я постараюсь. Я не хочу осуждать никого. Миша, поставь трафик. Каждая судьба, своя судьба. Своя судьба. Поставь с конфеткой выпечь. Поешь. Хорошо. Вы видите, вы еще замечательно не надо. И вот, Василий Федорович, если бы вот я, вот Сергей Федорович, примерно, слушай, как-то я вот. Больше. Или не нет. Понимаешь, что он больше жизни знает, наверное. Да, Сережка не слышит, как ты его хвалишь. Он далеко живет от тебя. Он, наверное, знаешь, мало хватил советской власти. А что тебе советская власть не мешает? У него осталась старая купеческая, мещанская. А ты не знаешь, что такое мещанская? Жизнь, понимаешь? Не знаешь, что такое купеческая? Что ты там жил в то время? Я пока. Михаил Ильич, ну вот, ну можете вы тихонько так говорить, я прошу вас. Не знаю. Ну не сведем. Ну да. И вот слушай, вот. Вы
Вот тебе, вот ты. Прости меня, я прямо в глаза и в глаза скажу. И вот она. Это стол. Это верхушка. Самых негативных вопросов советской власти. Нет, подожди, я не перебиваю. Послушайте меня. Она работала. Вся хулиганство, все анекдоты, все блядство, хулиганство, кондуктор. Нет, подожди. Нет. О, университет очень прекрасный. Ты что, чтобы умсину, не надо, я не понимаю. Курва, большая жопка твоя. Не надо. Просто комитет. Чего он как, блядь, чего как, блядь, скажите, я тебя разбираю. Чего мне надоевший ты? Нет, ну, ребята, вы можете успокоиться. Ну, как сволочь, больше разговоров. Говори ты, я послушаю. Я не за чёрта. Да не надо ни о чём говорить. Не надо. Если, понимаете, если разговор ваш, обществу не нравится, значит, не надо говорить. Значит, надо говорить или тихо, если хочешь ему сказать, да что сказать, но не комментируй. Поздно говорить ты про меня, мне 60 лет слишком. Что про меня говорить, как про белого быка? Да, все братья знают, какая я есть. В канаве валяюсь, мужиков очередь стоит. Ну и чего тебе надо от меня? Чего тебе надо? Что мне? Что я твоя жонка, что ты меня контролируешь? Кобель, да, барсук. Перестань, ну что? Что тебе надо тут мне? Пей чай, да и поставь трактор. Кобель. Ну ладно, погодите. У тебя больше нет разговора с братом посидеть, поговорить. Что это, давайте за ягодом все, давайте завтра сходим на реку, где начало берет. А, как грабли свои распустит, да рот-то разжарит, как лосиная голова. Пошла раздражаться. Ну зачем раздражаться? Нет. Вот не знаю. Я вот никак, вот сидите, я никак не говорю, ну чего вас раздражает? Да вот чего вы всегда муронит-то? Вот, нет, ну хорошо. Вы можете валерьянки выпить хотя бы? На вечер. Да пусть он выпьет, я его не трогаю. Я вот его даже назвала. Хорошо. А если я хорошо говорю, Ельцин худой, у каждой бочки пивной, ведут разговор пьяный морда, у самих рыло не помыто. Я прошу прощения. А он бедный день и ночь бьется там, как рыбина в лед. То в Италию, то в Германию, то в Англию, то в Америку. Все улажает, чтобы все было хорошо. А они солнышко сидят, болтают калякой. Я, например, я бы сказала, желанно Ельцин. Да ладно. Давно надо всех выложить. Не было мужиков, это не мужики после войны. Ходят у всех на полшестом, Охолодевший и сморщивший. А ты знаешь что? Ведь Гайдар убил двух зайцев. Господи. Да это, слушай, Мишенька, то, что ты сейчас скажешь, это старо как мир. Я вижу, как он решает экономические вопросы. У него есть разумный, целесообразный подход, и он впишется в это. Но нет, Маша! Мы не впишемся не потому, что с коммунастой хватка есть или нет, а потому не впишемся, что поезд ушел для нас. Мы уже опоздали. Мы опоздали вписаться. Мы не можем вписаться. Мы должны подстроиться под это. Вася, чтобы не мешать я этому мешаю. Процессу. Конечно, Василий, процессу. Василий Федорович, Вася, здоровый брат. Да, мешать. Ты понимаешь, в чем дело получается? Он не писался. И твой сын не писался. Дина, жуленька. Да что это? Да что, не получается у меня сегодня. Не получилось. Никак. Не получилось что-то никак не свеститься. Национальное образование. Это истоки национальных, всех национальных качеств. Истоки. Источник. Российская империя, завоевав, присоединив к тебе территории, поделила на губернии. И правило очень удобно, не считаясь национальными чувствами людей. Остальная земля, они исторически, китайцы живут в Китае, японцы живут в Японии. Десятки тысяч лет живут. А Россия не знает, где живет. Карамазов, сядь! Ах, нахал, не стесняйся, чем старше тебя! Ребенка в блокаду пережил, парень. Нахалюга ты противная. Я не уезжай, достоинство. А чё, что ты хватаешь? Кулакам по столу! Да, это он для доказательства по столу кулаком. Да к чему? Да это, конечно, мы и все можем стучать кулакам! Да это понятно. В
таком состоянии, в каком ты есть сейчас, я разговаривать с тобой не могу. Потому что ты применяешь кулаки по столу, обливаешь меня этим самым. Зачем это мне надо слушать? Зачем это мне надо слушать? Ну что это такое? Успокойся, Василий. Что, да я ничего, я, что за разговор такой? Ну, родные братья, да. Как мне стыдно, нет. Мама встала, не нет. Узнала бы. Старца небесного с тобой. Главное, интересно, что... Младший сам... тебя и учит старшего брата. Как жить на свете? Главное, я уговариваю тебя, говори тише. Давай! Какие аргументы? Я опять факты? Орать начинаю. Какие доказательства? Давай, на стол за договор. Давай, твои бумаги и мои бумаги. Давай считать. Какие бумаги? Я пришел с тобой поговорить как просто с братом. И никаких переговоров я с тобой вести. В чем, какими с тобой переговоры? Да. Да, разговор на Эльбе. Вот так, на Эльбе, Вася. Если ты не хочешь сейчас со мной разговаривать, не хочу. Тогда не хочу. Справедливые вещи говорят так, тогда достаточно мне разговора. Да, я применю военные силы. Так, давайте спать. Кто где будет? Покричи собаку. Покричи собаку, Ленин. Брось ты с собакой. Да конечно, брось ты. Вы уедете, я потом как получится тут одна. Так собака все голос даст. Us together, and I was wondering whether we'd meet again someday. The moon was yellow, and a song was sung. That vocal inspiration gave me the inclination to give my heart away. Here we are, is our romance to continue? Will it be my luck to win you? May I look that far? Far. My love is mellow, and my hopes are strong. Around that Cupid fellow, behold, the moon is yellow, and the night is young. Где она? Где она, Федоровна?
Гена отобрал мне вино. А! Что? Что ты орешь? Что, блядь? Затуманим, блядь, до завтра. Только заубей. Затуманим, блядь. Только убей. Только убей. Заруби, убей. Заруби, попробуй. Нахал. Конечно. Конечно. На свои девять. А что вы справились? Ты неси деньги на стол. Неси деньги на хлеб. О. Что? Проклятие это... потом явится, за горло меня берешь. Нахал. Это бачу просто. Не бы вас, ну. Я помню себя, что денег ношу. Миллиарды. Да где они у тебя миллиарды-то? Ага. Последние портки на жопу рвешь. Конечно, не физически. Миллиарды. Нахал. Реши с ним нахалом на зиму оставаться. Туда надо уйти с глаз долой, пока живая. У дурака ума хватит зарубить. Это вот есть. Я тоже шучу. Жри сам картошку. А я уйду. И живи. Нахал. А там топор точит на меня. Нахалида. Только и дразнит каждый день. Молись Богу. Проси прощения у Бога. За рубли. Проси у Бога прощения. Только у Бога проси прощения. Да. Только у Бога проси прощения. За что? Чтоб ты за меня... За что? Чтоб ты меня зарубил. Нахал. Я зарубил. За сколько твои? Нахал. Сволочь поганая. Никогда не буду. Никогда не буду. Не был нахал. Явился, сволочь поганая. Глазы вывалены у паразита. Два дня пожила хорошо. Гад вонючий. Они с Сережей там решили, две пьяницы. Корова Мишина и дом Мишин. Две проститутки на свете, две пьяницы. Mm. Так вставай. Mm. Уж сколько времени, уж корова, господи, гуляет. Вставай, давай, говорят, вставай. Еще не будешь, мама, бабушка. Давай, вставай. То весь день как мы ходи, да? Ой. Чтобы разделить эти паскудные вопросы, я быстро в Новгород съездил. Уже люди посланы. Полмиллиарда людей. Кредит у меня. Да дом-то, дом-то не твой. Не твой бык-то. Ты сам мой хлеб жрешь. Дира, дира, дира моя. Да у тебя одни яйца промеж рук. И то грязные. И одна. Не одна твоя волнение. Не и одна твоя волнение. Не сжимай ты зуб. Понимаешь, ты не способна, не способна принять то, значит, должен я убить тебя. Убить? За что ты меня убьешь? А бы за глаза, выпал бы, блядь, вот такие, да. Чтобы искоренить из общества? Да. Да, конечно. Нужно ли кредит эти люди? Да. Конечно, конечно. Это мешает жизни. Да. А не ты ли мешаешь-то? А то... А давай разберемся. Я говорю, Сережа. Да. Вася, как делать? Что? Да. Трудно. Безвыходно. Я нахожу всякие аргументы. Да. Я доказываю, что как. Не пригляд. А что ты мне доказываешь? Ты пьяна рожа приешь, и ты мне указываешь. Я становлюсь в 6 часов утра, и как муха весь день топчусь. А что такое? И рожа пьяна. А что такое? Я не понимаю. Для чего ты встаешься в 6 утра? Для чего? Погоди. А ради своего самолюбия? А за что ты меня зарубишь, да снесешь в эту торфяную яму? За что? А за то, что ты не знаешь цели жизни. Ты понимаешь? Так ты уберись отсюда, вора, я хочу жить. Я жить хочу, и от твоей бандитской любви я не собираюсь. Нет, от давай по нормальному сценарию. А то только разговору. Разрублю. Тебе, от тебя землей и пахнет, от тебя смерть и пахнет. Только так. Ух ты нахал. Если только кто не подчинится закону, блядь, Божьему закону, кто от естественной жизни отвергается, я уничтожаю. На пьяница. Потом... Конечно. Чья-то делай, жонка-то бросила пьяницу.
За дело с дитям осталось с маленьким. Ну что ты нахал? Ты всему миру надоел, сволочь. Да я посидела с ним живши. И вместе сердце чужих людей наехавши, чужие люди. Они запечатлеют образ жизни. Господи, неужели заступы не были за меня? Анна Федоровна, сестра, дорогая сестра моя, любимая, уважаемая, настолько ты погана, да. Настолько ты твердишь от имени людей, говори, да, за рублю. Что, блядь, не что меня, блядь, не лезь меня, вот так нахуй. Сейчас. Thank you.
Я пойду потопаю, да повиляю попаю. Посмотрите на меня, какая попка у меня. Неужели тебе, рыбинка, не холодно зимой? Неужели тебе, миленький, не весело со мной? Нечего, что босиком ноги не озябнут. Мы на то надеемся, что босичком согреемся. Пошла плясать, моя умница, впереди самовар, сзади кузница. Оп-оп-опачки, оп-оп-оп-опачки. Волосы волнистые, да я его не заменю на горы золотистые. Мой муж арбуз, а я яблонька, когда мужа дома нет, а у меня я рыманка. Меня, мамаша, что я дома много ем, хлеба много ем. Дайте белую котовочку, я вам не надоем. Чечевика с викою, да вика с чечевикою. Руб за сено, два за воз, три рубля за перевоз. Неужели тебе, рыбинка, не холодно зимой? Неужели тебе, миленький, не весело со мной? Разделка была, да переделка была. Семь раз родила, а все девка была.